Дело о банкротстве Нюрнбергской птицефабрики снова перенесли. На этот раз слушания назначены на 20 марта. Решение было принято сегодня в Якутске на заседании арбитражного суда. Напомним, что только перед предпринимателями у птицефабрики образовались долги в размере 50 миллионов рублей. Арбитражному суду еще предстоит разобраться в правопреемственности кредиторов. Почему затягивается процедура? Процедура затягивается потому, что в настоящее время некий ООО «Мастикс» заявил свои требования о вступлении в дело о банкротстве вместо первого кредитора. До настоящего времени арбитражный суд якобы не разрешил вопрос о правопреемстве, то есть о том, чтобы вместо первого кредитора был другой кредитор. И на основании вот именно этого довода представитель Мастик сегодня и говорил о том, что нужно снова отложить судебное заседание, там, что-нибудь дней на 20, для разрешения вопроса о правопреемстве, постоянно апеллировал к нарушению его прав. Однако какого-либо нарушения он так и не пояснил, в чем заключается нарушение.